Владельцы этого имени обладают и творческим началом. При этом процесс создания связан с четким планированием. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Люди, имеющие букву «З» в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Рядом с владельцем этого имени проявляется много факторов, которые несут денежную энергию и финансовое благополучие. Также эта личность символизирует удачу в сделках. Достаточно просто пригласить его на беседу с партнерами, и можете быть уверены, что сделка состоится с максимальной выгодой. Энергетика владельца этого имени даст вам спокойствие и трезвость соглашений. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Если владелец этого имени будет обращать внимание на знаки, уготовленные высшими силами, то жизнь и события у этой личности откроются с совершенно иной стороны, где можно получить помощь от Вселенной и значимые направления по жизни. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.